Всем привет, друзья! В этом видео речь пойдет о таком замечательном ключике. Такой ключ в разы удобнее обыкновенных классических ключей вот такого формата. Смотрите, вот у классического ключа толстые губки и всего лишь 25 миллиметров раздвижения вот этих вот губок. То есть им не везде можно будет подлезть. Это уже испытано на практике. Что-то можно, конечно, откручивать, но не так удобно, как вот таким ключом. У этого ключа узкие вот эти вот губки и широкий захват, как у большого гигантского ключа, 30 миллиметров. Сейчас я покажу гигантский ключ. Вот такой вот достаточно, ну не сильно гигантский, но большой уже считается. Вот у него 30 миллиметров всего лишь раздвигаются. И вот такой вот ключ. И у него 30 миллиметров. Причем вот таким ключом, видите, какая толщина, не везде подлезешь. И плюс ручка длинная, не везде прокрут сделаешь какой-либо гайки. А этим маленьким ключом можно подлезть в узкие места, в узкие пространства. И ручка позволяет где-либо пролазить и самой руке, и плюс не мешает, ни во что не упирается. Ключ изготовлен качественно, вот от такой компании, это не реклама. Эта компания, кстати, российская. Все думают, что Германия, никакого отношения она к Германии не имеет, опять же. Эта фирма, один из брендов компании «Мир Инструмента», которая продает свой бренд Matrix везде. То есть вот Gross и Matrix – это ну, одна и та же фирма. И все это российские бренды, которые размещают свои заказы на китайских и тайванских заводах. Также вот, кстати, это касается и фирмы Ombra. Как многие думают, что Ombra это какая-то там тайванская фирма. Да, они на Тайване производятся, но сама Ombra это владеет фирма российская. И в России зарегистрирован этот бренд. Ну ладно, это речь сейчас не об этом. Речь об удобстве вот таких ключей. На моем канале я хочу всем доносить информацию о полезностях. Друзья, подписывайтесь на мой канал, потому что на моем канале есть много для вас полезной информации. Как вы сейчас заметили в этом видео, вот пример вот с таким вот ключом. Вот так вот он в сложном состоянии. Вот такая форма у него. Давайте сравним с другим ключом, который тоже вот из этой серии разводной и вот большой. Вот такая разница в этих ключах. Это гигантский ключ, неудобен тем, что не везде можно подлезть. Этот ключ, хоть и маленький, но у него всего лишь 25 миллиметров захват. А это маленький ключ, у него и 30 миллиметров, как у большого гигантского ключа, можно захватить что-либо. Вот эта синяя штучка, это термоусадочное какое-то силиконовое такое покрытие, достаточно приятное на ощупь. Так что, друзья, имейте в виду, что бывают вот такие вот ключи. Да, этот ключ дороже, чем вот эти. Вот эти ключи в пределах 500 рублей, а этот уже придется, вот, ну, конечно, дороже заплатить, около 1000 рублей. Но, опять же, это более-менее доступно, чем если сравнивать с Книпексом. Книпекс я себе позволить, допустим, не могу. 6000 там ключик вот такого плана. 3000 даже за ключик. Я вот так не могу себе позволить. Но вот за 1000 можно себе приобрести. И вы себе тоже присмотрите. Вы потом будете довольны, что вас выручает вот такой ключ. Везде вы можете подлезть таким ключом в узкие пространства. Если ручку вам не хватает, ее можно удлинить какой-либо трубкой, трубой, естественно. Насадку можно здесь какую-то придумать, удлиняющую, и удлинить сам этот ключ. Вот такое видео. Кому понравилось, оставайтесь со мной, делитесь этим видео, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь. Всем респект и уважуха. Пока.